А, это ты, Томми. О, здравствуйте, Сальери. А я как раз тебя ждал. Мой водитель чуточку заболел. Ну, ты вместо меня будешь. А то одно у меня нельзя ездить, так как сейчас война между Морелло. Давай возьмем мою машину и поедем в ресторан ПП. А где ваша машина? На заднем дворе. А? Да, ясно. Ты не представляешь, как я соскучился по блюдам Пепе. Луиджи неплохой повар, но Пепе мастер. Маэстро. И чё? Ну и то. Пепе хороший повар. Самый лучший повар итальянец. Он из Италии тоже, как и ты, и я. Ну все, приехали. Дай припаркуем где-нибудь машину. Ну и вкусные блюда у Пепе, правда? Ага. Надо как-то Сару сюда привезти. Так ей еще 15 лет, ей самой нельзя ходить. Ну да. Я слышу, что что-то едет. Прячемся! Это люди Морелло. А, черт. Фух. Вроде спрятался. Так где тут Сальери? Господи, ну и дурдом был. Ага. Интересно, как они догадались, что мы здесь? За нами следили? Да вроде нет. Может, Морелло? Да нет. Может, тот водитель, который заболел? Да! Едем к нему. Ну ладно, поехали. Садимся. Я невероятно зол на Карло зол. Его Карло зовут? Да. Ну ничего, ему не поздоровится сегодня. Он спускается по лестнице. Эй, не трогай меня.